Мартюк, как я и предполагал, ставит основные заслоны, быстро прорваливается. Ох, как красиво сыграно Перселом, не забил. Вторая попытка, оказывается, точной. Отличная работа Антона. Он же с мячом. Ну, так уж в наглую он не пойдет здесь обыгрывать один в один. Делится мячом с партнером. И Девон Агун-Персел. И Джордан Морган. Персел. Очень сложная попытка, но Персел за счет мяча прекрасно помнит. Ошибается в своей первой передаче. И Щербенев. Скидка под бросок. Три очка. Тайм-аут, Фенербахче. И форсирует его делать сложную, в которой Скотти и ошибся. Персел против большого со средней дистанции. Проигрывает уже минус 4. Персел — это тоже высокорослый, но защитник. В нем сколько там? 198 сантиметров, но очень хорошая снайперская рука. Мячик у Локомотива остался. На самом деле, вау, вот это попадание Персела из угла. Вот размен, естественно, неравноценный. Персел, трешка. Вылетает легко и непринужденно из рук Девона Агун-Персела. В длине площадки от Фенербахче. И Щербенев вернулся на площадку. Персел идет в проход. Не было нарушения правил. Не беда. Девон Агун-Персел и не такие может забивать.